Меня зовут Уэйд Уоттс. Отец выбрал это имя, потому что оно звучит как имя настоящего супергероя. Как Питер Паркер или Брюс Бэннер. Но папа умер, когда я был ребенком. Мама тоже. Ну, а я оказался здесь. Сижу тут, во всеми забытой дыре. Ведь деться-то больше некуда. Кроме как... в оазис. Это огромная виртуальная вселенная. Люди приходят сюда ради возможности что-то сделать. Но остаются, потому что могут кем-то стать. Чувствуешь? Да, это единственное место, где я хоть что-то значу. Оазис — это творение гения Джеймса Холлидея. Привет. Если вы это смотрите, значит, я мертв. Я создал секретный объект — пасхалку. Кто первым найдет, получит $500 миллиона и полный контроль над Оазисом. Кто этот? Парсифаль. И как, черт возьми, он ворвался вперед? Найдите его. Это не просто игра. Я вообще-то говорю о реальной жизни и смерти. Оазис – важнейший экономический ресурс в мире. Это не что иное, как война за контроль над будущим. Добро пожаловать в сопротивление, Уэйд. Как многие из вас, я просто сбежал сюда. Но нашел нечто большее, чем просто себя. Вы готовы к битве? Помогите спасти Оазис.